На радость вам! В первый день весны в Доме художника открылась юбилейная выставка декоративно-прикладного искусства двух известных ивановских художников. Свои работы на суд зрителей представили Владимир Мухин и Ирина Казимирова. В одном зале расположились и батик, и гобелены. Кроме того, Владимир Мухин представил станковую графику. Эту сторону многогранного таланта художника посетители выставки увидели впервые. Гобелен – это достаточно длинная история создания гобелена. И растягивается она на месяцы. А график – это более такой подвижный материал, более, ну, как бы по времени меньше энергии, меньше времени затрачивается. А хочется сказать, как бы побыстрее и побольше. И поэтому вот появляются вот такие листы. Они, в общем-то, и по сюжетам, и по манере, и композиционно, и по пластике, они, в общем-то, близки к гобеленам. Но как бы в другом материале, немножко с другим подходом есть. В экспозиции Владимир Мухин представил много новых гобеленов, которые за пределами мастерской еще никто не видел. Среди них такие, как «Хэппи-энд» и «Птицелов». В каждой работе можно заметить скрытые смыслы. Сюжет рассказать, ну, я, как правило, не рассказываю, потому что каждый волен видеть все, что ему заблагорассудится. Есть изображение визуальное, есть подсказка в названии, а там уже нюансы, это уже как бы лично каждому подвластно по мере его фантазии. Ирина Казимирова для выставки отобрала лучшие свои работы в технике батик. Большинство из них созданы в течение последних 2 лет. Среди них работа «Подари жизнь». Она посвящена людям, которые помогают детям. Художник, он декоративщик, он мыслит аллегориями какими-то. Птицы – это символ души. И они дарят свою душу детям, помогая им в трудную минуту. Выставка яркая, праздничная и по-настоящему весенняя. И если на улице погода не радует, то в Доме художника можно получить заряд хорошего настроения. Любовь Очерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.